Всего на территории Кировской области за неделю произошло 15 аварий, в которых один человек погиб и 17 получили травмы. 8 пострадавших – это пешеходы. В их числе трое детей. Сотрудники госавтоинспекции советуют участникам дорожного движения быть предельно внимательными на проезжей части. В выходные дни на территории Кировской области пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Мероприятия будут проводиться в областном центре и в районах Кировской области. Госавтоинспекция Кировской области напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.